вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! В эфире программа «Магазин на диване». Наша жизнь — это уникальное решение различных проблем и обсуждение разных предложений. Но бывает очень сложно разобраться во всем предложенном. Поэтому сегодня мы вам предлагаем уникальное предложение — предложить предложение. Ох, прет ты как меня. Итак, вы устали собирать щепки. Эти занозы постоянно выматывают. Щепки проскальзывают сквозь пальцы и застревают веники. Поясницу просто ломит от боли. Мы вам предлагаем уникальную разработку. Наш универсальный щепкострогатель. Для рыбы оранжевый, со вкусом мяты и водонепроницаемый. Он не щиплет глаз, и теперь в два раза тоньше обычного. Звоните прямо сейчас, и вы бесплатно получите удобную сумочку для сумочки и 7 пластиковых контейнеров для 7 пластиковых контейнеров. Не отпускает до сих пор. Ух. С нашим щепкострогателем у вас появится уйма свободного времени. Но что? Вы заскучали, вы не улыбаетесь, вы не знаете, что делать вечером. У вас нету бабушки. Мы вам предлагаем новую разработку. Наш бабушка-рожатель и дедушка-радователь. Позвоните прямо сейчас, и вы бесплатно получите по полушарке, телькозя-ножка-куритель, ночью храпетель, ой ты, господи, проститель. Итак, щепкострогатель, бабушка-рожатель. Господи, что-то я совсем запутался. Где тут у меня что? Так, это у меня потолкоползущий лампочка-вкручиватель. Это у меня в дурилку забиратель. Господи. Так, а это что? Бог ты мой! Это что, не что? Ну, как то самое, вот оно вот. Раньше я был вот такой. А теперь я вот такой. Спросите, почему? Да потому что я приобрел вот такой вот, вот так вот делатель. Итак, щепка-строгатель, бабушка-рожатель, вот такой вот, вот так вот делатель, но и это еще не все. А вот теперь все.